Всем привет, мы на канале Дима Плейс. Я сегодня решил заснять пару обзорчиков на аддончике, который у меня есть. Лично сам я их находил в интернете, долго искал. И понравится, не понравится, это ваше мнение. Да. Начну с самого свеженького аддончика. Это аддон на вот таких вот помощников. Вот. Его я как бы нашел в интернете. Мне он понравился. Скелет вот такой у нас Стив. Только странно, что он горит. Так, сейчас, подождите, наверное... Я забыл поставить всё. Короче, я забыл параметры поставить, похоже. Уйдите отсюда. Подождите, я сейчас... Простите, пришли родители, я выгнал их отсюда. Во-вторых, оказалось, что параметры я взял, ресурсы тоже. Но что-то он горит. Так-то он не должен гореть. Так, вторая попытка. Странненько. Если они не будут атаковать, значит это все. Да. Я все по отдельности покажу, потому что получается так, что другие аддоны влияют на. Какой аддон влияет на это и не дает вам показать. Я уберу кое-какой аддон, который не даст вам, не дает показать. Сейчас. Ресурсов у него нет. Это Monster Battle аддон. Его я потом покажу. Так, набор ресурсов все стоит. Я надеюсь, что ничего не помешает мне. Ну, идем. Простите за такое... За такой тупизм, что я ступил. Можете обсирать. Это ваше дело. Все должно сейчас работать. Вот. Как видите, как я поставил их, он убрал этот. Они начали стрелять из враждебных мобов. Они как бы... Можно использовать этот аддон для... Ну, как стражи. Второе, это у нас скелет и сушитель. Вот такой он Стив с топором. Также я покажу луты, которые они выбивают. Он также атакует враждебного моба, например. Сейчас поставим вот здесь. Вот, видите, он очень большой, такой громила. Видите, какой он сильный этот. Также тут, наверное, вы у кого-то видели это, может быть. Что? Они не должны драться. Это поблажка, извините. Я первый раз вижу, чтобы они между собой дрались. Да, так случилось, что они друг друга ударили, из-за этого учёт, что они дрались. Третий у нас бродяга, он как шалкер выглядит. Вот сейчас мы поставим зомби. То он сделает левитацию, они полетят как бы. И это очень хорошо, потому что левитация... Левитация помогает очень сильно, потому что... Знаете, против мобов такое очень полезно. Так, дальше у нас досажадатель. Он также будет... Он также атакует зомби. У них что-то драка произошла такая. А нет, у них не драка. Ну, это как бы по бочке, видите, как атакуют они. Так, честно говоря, слабенько и медленно.
Ну, дальше мы ставим ведьма. Ведьма урона никакого не нанесет зомби, потому что, смотрите, она наоборот кидается зельями, такими отравления, это, так что ведьма плохая. Вызвать ее неплохо. Вызыватель тоже слабый, потому что как бы они не способны, когда зомби в воде, вот такие щупальца делать. Видимо, вообще, можно сказать, лечит их. Ну так, можно сказать, неплохо. Нифига себе, он с какого далека стреляет. Второй аддон, это у нас не аддон, а ресурс такой, он на компас меняется, как бы, ресурс. Когда ты поворачиваешься, этот спиннер крутится. Я лично скачал синий, тут поблажка с ресурсом есть, я заметил. Вот где-то тут. Ну так, для забавы скачал. Третий у нас ресурс на люки делают. Благодаря ему вы сможете... Благодаря этому ресурсу вы можете делать дом скрытный себе. Сейчас покажу. Типа вот так делать, как бы. Ну, как бы вы поняли, подождите, я сейчас сделаю. Рассчитано на одно, потому что на два вряд ли так получится. А, я ошибся, надо делать так, как бы. Как бы мы делаем вот так. И как видите, это все сливается. Только надо чуть-чуть выше взять. Вот так. Проходить на шифте не проходится. Что-то я тупанул, честно говоря. Я знаю, что это тут. Как бы на такой высоте, так что должно вот так как-то быть. Нет, не должно как-то так быть. Вниз это все шло. И сверху отсюда вот так как бы. Ну блин. А, ну еще так можно, как бы. Вот так открывать придется, потому что... И вот так, как бы, я думаю, что не спалит, что у вас тут дом. Это как скрытно. Докопаемся дальше до камня. Мне нам нужно по углам камень. Можно, конечно, так сделать тоже. Но это более неинтересно будет, ну ладно. Это железный люк, и его, как прежнему, надо, типа, так делать. Так, здесь так. Так, где его можно делать? Там копаться. Вот лайфхак я рассказала вам. Вот так идете, вот так. Потом можете закрыть люки, вот так. И вот как бы секретно можно сделать дом. Только если вы играете
мультиплеер мастер, там ники же, то придется вам на шифт стоять. А так, если в одиночном, то можно, в принципе, представить себя. Только я тупанул с выходом, конечно. Как я там выходил? Ну-ка, дай-ка я вспомню. Ладно, я не помню. Что-то я тупанул опять. Опять я тупанул. Ну как так-то? Постоянно я туплю что-то. Ну, как бы я тупанул, но я думаю, что вы найдете решение использованию. Так, я не совсем все помню, какие у меня тут стоят, какие нет. Так, все. Дальше есть какой-то мой channel, но я не знаю английский, но оно не нажимается. Так, сейчас я покажу еще аддончики и ресурс пак. А, не, ресурс паки закончились. Я посчитаю потом и напишу на видео, сколько точно тут аддонов. Это, по моему мнению, хорошее. Так, убираем за человек. Берем монстр беду. Хапстик. Хелпер берем. Это тоже. Хайп-стик не берем, потому что он немножко такой туповатый. Также убираем вот этого. И берем нашего помощника. Сурспак. Еще видео будет полезно для тем, хотя я не помню, показал свое видео когда-нибудь аддоны, но если кто-то впервые посмотрит это видео, кто не знает, как аддоны ставить, играть с ними, то это видео может быть и быть полезным. Да. Я решил записать видео, потому что на этой неделе мне так скучно. У нас каникулы. И, знаете, я, бывает, остаюсь дома такие. Родителей нет, только дедушка, бабушка, знаете, как скучно. Да и брата нету. Ладно, все снова стали блин. Подождите. Так, вот, скелеты сушите. Ой, он что-то мелкий получил. Вот скелет-скушитель. Отстань. Вот скелет-скушитель. Потому что видео мешает тебе записывать. Вот, как бы я приручил. И что? Когда я ударю этого, он будет атаковать. Кого бы я ни ударил, из мобов или людей, я... Дверями скинь, я подойду, в лоб тебе дам. Понял? Понял. Пошёл нахуй. Когда золото, он точно будет за вами идти. Но когда вы близко к нему, и... то он будет уходить. Но когда вы далеко, будет бежать за вами, а иногда телепортироваться, как волк. Из железных слитков можно делать ему инструменты, и он пойдет. И примерно минуту 5 надо ждать. Вот я ему даю поручение. Вот, гумай. Он пойдет. Гоп копать. Он пойдет копать, потом он как бы отдаст это все ресурсы. Через минуту 5 он появится, но пока его нету, я покажу следующий аддон.
Он связан с пауком, зомби, пещерным пауком, скелетом, где же у нас скелет, крипером, скелетоном. Сейчас найду его. Вот, скелет, паук, зомби, пещерный, крипер, скелет. Так, дальше у нас идет отброс, бродяга, эндермен. И вроде как все. Все. Вот. Этот аддон делает возможность приручить их. Чтобы приручить паука и пещерного, вот мусаем, нужно паучий глаз. Видите, я приручил. Это не низкая версия, он атаковать того, кого я ударю, не будет. Но с ним можно обмениваться. Чтобы обменяться пауком или пещерным... Я на YouTube снимаю, долбоёб. Делаем. Приручить. А, да, забыл сказать. Также можно на них сесть. Чтобы обменяться с ними, нужно взять нить и зажать. И вам будет замен давать, они, знаете, этот поводок. Для лошади это полезно очень. Дальше эндермен, все логично, его приручать землей, обмениваться тоже с землей. Вот я его ставлю, своего эндермена нашего. Вот, приручил, и я обмениваюсь с ним, и он мне дает эндерперлы. Вот, полезно так. Только если вы один раз их ударите, они вас убьют. Вот самое, кого трудно приручить, это крипера в выживании. Он взрываться будет. Крипер приручить порохом. Обмениваться тоже порохом. Догадались, наверное, что он уже будет обменивать? И та-да-да-да-да-дам. Динамит. Вот. И не надо песка добывать. Больше времени, меньше времени скоротаете. Так. Дальше у нас бродяга, скелет. Их приручить надо луком, как ни странно. Кто думал косточку, костью, напишите в комментариях. Вот бродяга. Я приручаю. Вот. Он горит сейчас, но перестанет сейчас скоро гореть. Если он, конечно, не горит. Вот. Скелет у нас также. Я его приручил. Сейчас он походит. Перестанет гореть и все. А обмениваться с ними надо палку. Замена не дадут вам, знаете что? Стрелы. Это очень круто. А, вот наш хелпер пришел. Ой, то есть помощник. Мне просто... хелпером его легче назвать. Вот, как видите, он ресурсы тут принес. Также можно посадить, чтобы никуда не бегал. Так, с этим я вроде показал тоже, да. Так, теперь убираем бродягу. Дальше у нас зомби и отброс. Приручать гнилой плотью, обмениваться гнилой плотью. Но зомби мой любимчик, скажу. Какой отброс. Вот, сейчас он догорит, потом он перестанет гореть. Все. Если вы обменяетесь с ними, они дадут вам жареное мясо. Это вообще топчик. Ну, жареное мясо стоит как вам угодно. Зомби убираем, скелет убираем. Крипер у нас был. Пауки вроде тоже были. Если я не ошибаюсь, я всех показал. Да, вроде всех. Вот так полезно с ними обмениваться. Очень здорово. Потому что, знаете, выживание просто так скучно, и обмен это будет полезно. Вы были на канале Дима Плей.